В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства самоубийства пациента одной из больниц. Это произошло около 5 часов утра 19 февраля. Тело 39-летнего мужчины обнаружили в палате стационара. По этому факту следственным отделом по городу Чебоксары следственного управления СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. Как следует из ее материалов, пациент был госпитализирован 15 февраля, при этом диагностированное у него заболевание не могло вызвать серьезного беспокойства. За время нахождения в больнице мужчина никаких мыслей о суициде не высказывал. Тело погибшего обнаружил медицинский персонал. Данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не имеется. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе судебно-медицинское исследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются также мотивы совершенного поступка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.